Ребята из молодежной избирательной комиссии Ульяновска присоединились к волонтерам Победы в благом деле – благоустройстве дворов, где проживают ветераны. Меры безопасности соблюдаются неукоснительно, и все же посмотреть на благоустроителей ветеранам приятно. Елена Яковлевна Лагаева, по собственному признанию, не смогла усидеть дома и с удовольствием читала стихи молодым людям. И зимой, и весной аромат полевой, и цветочная пыль. В магазине ни танкист, ни пылок от нее не уйдет без фиалок в сплетенной корзине. Зайдите на цветы взглянуть, всего одна минута приколет розу вам на грудь. Красавица, цветочница Анюта. Ребятам общение с ветераном в радость, как и работа на свежем воздухе. Объект для них уже не первый и, к счастью, не последний. Цветы сажают с удовольствием, стараются, чтобы получилось красиво. Свою акцию они называют «Палисадник Победы». Данная акция важна для меня, потому что, когда я вижу искренние эмоции ветерана, который отдал свою молодость за то, что мы сейчас вот так вот гуляли, веселились, улыбались, и это слова благодарности действиям. Участником акции стали даже сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению. Они безвозмездно выделили цветочную рассаду для этого благородного дела. Волонтеры уверяют, они обойдут все подобные дворы и подарят красоту ветеранам. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.